Малоимущий, значит, обеспеченный льготами, считают участники пикета. Лишь с таким статусом дети-инвалиды в крае могут использовать свое право на помощь, главное из которых – получение жилья. Их мамы и папы рады бы доказать, что семья малоимущих, выходит, слишком хорошо живут. Чтобы получить статус, все нажитое родителями должно уместиться в 70 тысяч рублей. Нельзя иметь никакого имущества свыше 70 тысяч рублей. Вот, то есть ни жилья, ни квартиры. Суммарный доход на члены семьи должен не превышать 8600 на каждого члена семьи. То есть нас 3 человека, там 25 тысяч. Почему-то пенсию ребенка-инвалида, да, наши структуры считают доходом. Семья Алексея живет в съемном жилье и тратит деньги, которые могли бы пойти на лечение его ребенка с ДЦП, как и Светлана. Ее сын с ДЦП в очереди на квартиру 4-й год. Очередь стоит. Продвигает ее, говорят, лишь родительская активность. Этот пикет 4-й за год. Вопреки запретам, люди вышли к краевой администрации и надеются, что на них обратят внимание. Мы с Димой участвовали осенью в пикете. Это проходило возле жилищного комитета по жилищному хозяйству города Барнаула. И 4 нашим семьям, у них было решение суда, и они получили квартиры. В сентябре участники обещают заполнить всю площадь, ведь в очереди на жилье несколько тысяч родителей. Анастасия Драган, Павел Лауронин, «Наши новости».